И так как человек сейчас будет что делать? Я не знаю пока. Как это так? Что это такое? Расскажите. Так, а, ты про это? Да. Это подставка для чайников, петелков. Короче. Выполнено своими руками, да? Прям позавчера, перед за два часа до приезда. То есть, вот так вот мы сегодня в тайге будем... Что делать мы будем? Подставочка. Подставочка, да. Мы будем подставлять предметы, не людей. Нормально. Что делаем? Асфальт пойдем. Это что такое? Битум, да? Прям в речку, да? Битум, в речку. Понятно. Что у вас там? Как свой этот фирма-то называется? Как? Вообще разговор. А, ну понял, понял. Это те, которые этот... Одноразовые эти асфальт, да? А, понятно. Ребят, я скажу, что вы делаете, ребят? Мы собираем палатку пытаемся. Зачем вам палатка? Я хочу поспать в палатке. Я тут сейчас полноваться. В палатке спать. Фаиль, чего? Поделитесь своими впечатлениями, где вы спали, на улице или где? Я? Да. У костра спали? Он с ментами сегодня не спал. Вчера. Вчера. Так, кальян посреди тайги? Да. Зачем? Чтобы асфальт власть. Итак, здравствуйте, чем вы занимаетесь? Я занимаюсь ничем. Ничем? Отдыхаю. Отдыхаете? А почему у вас такая интересная форма, Лукойл? А вы дороже идти, всегда ничего не делаете, это... Это тоже ничего не делать, да? Понятно. Вот, я вот так вот. А тут вот девчонки чем-то занимаются тоже. Мы ставим палаточки, а сейчас мы палаточки. Hello? Здравствуйте, чем вы занимаетесь? Да мы бездельничаем, как обычно. Ну что тут? И дорожники бездельничают, и лукойловские бездельничают. А вы к какой группе относитесь? Бывшая трансвест. А, ну все понятно. Это у нас такая баня, но пока мы сушим вещи. Такая вот береста, вообще клевая вещь. Прям разжигает конкретно. Последствия сушки. Иди, иди. Это сушим вот мы этот. Это чиз мои. Я не знаю. Чиз мои, ничего не смотрит. Эх, сапоги мои горят. Это все асфальт, который вчера клали.